Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер, из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал: все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Положи это. Умоляю. Это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Перестань. Отойди отсюда. Не делай этого. Положи это. Умоляю. Проснись, это только сон. Проснись.
кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Филистер, отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Пожалуйста! Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. На втором этаже была колыбелька. Интересно, что случится, если положить туда куклу. Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред.
зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. То, что ты делаешь, смешно только тебе. Ты шуток не понимаешь. Люди вообще глупые. Из-за тебя у сновидящей кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами, вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое, давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят, и заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да, да, да! Сделай так! А я обещаю, что не буду мучить твою подружку. Ни-ни. Ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки, у меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр. Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Истина такова, что мы уже завидели черных. Я видел, что госпожа Тилли вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. А второй меч у тебя на слух? Это все слова. За донос наказывают.
традиций. Разложение морали. Я, кажется, влюбился. Что-нибудь наточить? Перековать? Покажи мне свои товары. Я хочу сыграть в карты. Thank you.
они теперь делают? Быть на Скеллиге в твоем возрасте и во время войны? Да ты с ума сошел! Любой тебе скажет! Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную. Самую ценную и редкую. Ну, у тебя и фантазия. Ну да. Только словами все и кончилось. С войны я вернулся и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну, а теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пара шагов до лагуны, где, говорят, эти черные жемчужины и родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Горожанин, мне кажется, я вижу претендента на поединок с Капралом. Что принести? Покажи мне свои товары. Будь здоров. На берег сойти не успел, как уже все достали. Фу ты, ну ты, лапки гнутые. Привет, мрачненький. Ты кровью умоешься. Скучно тебе, да? Не видать. Ну, чего? Эй, Сидор, а ты чё такой белый? Здесь я сню. В жизни не видел, как работают анейроманты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Но вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан. Предназначением? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Да. Не спеши.
У нас есть время. После Второй войны с Нильфгаардом Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость и умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на развалинах стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Да, пожалуй. Тогда я слушаю. Это было уже после того, как она училась в Каэр Морхене. И после того, как Йеннифер назвала Цири дочерью. Нас разлучили. Я знал, что она в опасности. Она мне снилась. Я нашел ее в крепости Стига. Она хотела освободить Йен, но ее саму схватили. Ей хотели причинить зло. Я помню, как мы сражались с Цири плечом к плечу на ступеньках, скользких от крови. Тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт. Я ей сказал, пожалуйста, никогда больше так не делай. Это очень личные воспоминания. Ты хочешь продолжить? Давай продолжим. Ты сказал, что у этой девушки есть способности. Расскажи мне о них. Она дитя старшей крови. Потомок Фальки Кровавой? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить. Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Да, есть еще кое-что. Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин.
нашел фея Розмарин. Где это? Как войдешь в город со стороны квартала красных фонарей, будет мост. А Шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Да? Чего глазом косишь, Седой? Камень, эй, Седой! Мне вот, чтобы перебить чё-то! А башка-то как крутится. Вечный огонь нас хранит, а на чудовищ и монстров понос насылает. Мое почтение, мастер.
Я по поводу заказа. У тебя правда неприятности с домовым? Может, это у тебя не все дома? Я попросил бы, мастер. Я знаю, что такие твари вроде только в сказках бывают. Но я-то своими глазами видел, как он мой прилавок обчищал. Ну хорошо, и как это твой домовой выглядит? Как гнусный, толстый кошак. Но большой. Вот досюда мне доходил. И на двух ногах бегал. А что он у тебя стащил? То хлеб, то рыбу, то яблоки таскает. Вроде ничего такого. Но курочка по зернышку и дело начинает приносить убытки. Впрочем, это не только меня касается. Нет, он уже с каждого прилавка что-то свистнул. Ну так как? Попортите ему шкуру серебряным мечом. Если добавишь что-нибудь к награде. Спрос на ведьмаков большой, предложение невелико, так что заказов у меня хватает. Сколько? Вы, должно быть, шутите. Многовато. Но, вижу, мы близки к компромиссу. Многовато. Но, вижу, мы близки к компромиссу. Время – деньги, мастер-ведьмак. А вы меня тут держите своими разговорами. Соглашайтесь, иначе я найду кого-нибудь другого. Успокойся, я тебе помогу. Мелкие предприниматели – основа здоровой экономики. Спасибо, мастер. Не знаю, пригодится ли вам это, но когда я последний раз видел этого воришку, то он вон там через стену перепрыгнул, а потом вбежал в ворота. И только я его и видел, и товар мой. Служила ей до тех пор, пока не оказалось, что милостивая госпожа втайне чары практикует. Ничего меня, сука, уже не удивляет. Похоже, домовой потерял часть добычи. Он определенно шел туда. Прыгнул в ров, след обрывается. Молодежи в голове сплошной гоголь мог. А? Вот. Дверь нараспашку. Интересно. Письмо? Вот это да. Ученый у нас домовой. Доплер. Это многое объясняет. И осложняет задачу. Чтобы его выследить, нужен четкий след.
Дамская блузка, мужская рубашка, детские башмачки. А кровать одна. Лаванда. Главное, лаванда. Сильный запах. Хватит, чтобы его выследить. Что меня больше всего в Новиграде раздражает такой разрушатель. Эльф и стражник вечного огня поглощены дружеской беседой. Редкое зрелище. Дружеской? Этот расист остановил меня для обыска. Без всякой причины. Ты нелюдь! Какая тебе еще причина? Твое счастье, что я ничего при тебе не нашел. А теперь пошел вон. Марш в лес. На свирельке играть. Хорошо от тебя пахнет. А говорят, все стражники немытые хамы. Ты оскорбляешь офицера при исполнении, мутант? Чья бы корова мычала. Я знаю, что ты доплер и клептоман. Меня торговцы заказали. Вечно одно и то же. Эй, стой! У моего старика один ветер в голове. Так он теперь не его за спиной носит, на вас глядячи. Ты правда хочешь увидеть, как выглядит бешеный ведьмак? А ты? Что-то я постарел. Перестань, я сдаюсь. Видишь, мало выглядеть как ведьмак, чтобы драться как ведьмак. Но достаточно влезть в твою шкуру, чтобы понять, что ты за человек и что ты чувствуешь. Ты не до конца разобрался. Я не убиваю чудовищ, которые безопасны. А ты на меня напал без причины. Так что к тебе это не относится. Скотина! Вечный огонь. Эльфская кровь. Надо ли тебе чего, мастер? Мое почтение, мастер. Дело сделано. Этот твой домовой оказался доплером. Он каждую минуту менял обличье, пока я не укоротил его на голову. Доплер? Вот ведь правда, никак от них не избавиться. Только одного сожгут, другой вылазит. Наказание божье. Ну, может, хоть теперь они будут держаться подальше от рынка. Благодарю вас, мастер, от своего имени и от всей гильдии. Сразу поймет, что на этой стороне лучшего товара не сыщешь.
нет! Тюрель, шайс! Сать, хочется